13 апреля под председательством заместителя главы администрации по идеологии и общественной безопасности Хайбулы Умарова состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В работе заседания приняли участие начальники отделов и управлений города, а также инспекторы по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт, которые предоставили административные материалы, составленные в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности. Я считаю, что то, что девочка школу не посещала, это в основном вина матери, потому что у нее такая же девочка несовершеннолетняя дома есть, которая закончила только 6-7 классов, которую школу не закончила. А мать там работает, где-то там пекарня работала, потом где-то там будут подрабатывать, а девочки без присмотра дома постоянно находятся. Эта девочка из дома убегает. Я с ней лично разговаривала тоже. Ну, в основном девочка жалуется на мать. Контроля нет никакого со стороны матери. Отец где-то в Махачкале проживает. Девочка говорит, что она к отцу убегает, потом отец тоже ее избивает. Всем нарушителям были вынесены соответствующие административные наказания. Двое подростков, совершивших кражу, поставлены на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В продолжении председателем комиссии был зачитан перечень вопросов, подлежащих обсуждению. Еще дополнительно три вопроса, которые мы будем рассматривать, либо это мать, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной и подростковой среде. Ну, здесь отдел межнациональных отношений, Муратхан справа подал. Вопрос второй о работе межведомственной группы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма при антитеррористической комиссии. И третий вопрос о состоянии детской и подростковой преступности, а также мерах по ее предупреждению в городе Хасавюрт. Итоги первого квартала 2017 года. Далее информацию о работе межведомственной группы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма при антитеррористической комиссии города Хасавюрт предоставила начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Заира Муртазаалиева предоставила справку о состоянии детской и подростковой преступности, а также мерах по ее предупреждению по итогам первого квартала 2017 года. Всего в ходе заседания было рассмотрено 11 административных материалов, составленных в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».